Утром большая семья собирается за чашкой чая, обсуждают планы на новую жизнь. Иван Мазуренко совсем недавно переехал с супругой в Сочи на постоянное место жительства. Здесь у участника Великой Отечественной войны живет дочь. Иван Григорьевич родом из Воронежской области. Когда началась война, ему было всего 16. Кто был этот артиллерист, кто танкист, кто... Всех нас это учили. И как нам... Стало же по 18 лет, в это, потому что до 18 лет на фронт не брали. Тогда уже нас приняли и мы распределили нас по дивизионам. Я попал в 10-ю воздушно-десантную дивизию. Вот, я был уже настоящий артиллерист. Иван Мазуренко был командиром противотанкового орудия, сражался в составе 3-го Украинского фронта, участвовал в освобождении Кривого Рога, Молдавии, Югославии и Болгарии. В Австрии Иван Григорьевич получил тяжелые ранения в артиллерийской дуэли с немецкой самоходкой «Фердинанд». Уже был уничтожен «Фердинанд» и другие эти части. Ну а дальше уже я не имел. Ну, командир дивизиона дал свою машину, меня вывезли с этого боя и отправили же в тыл. И полгода в Венгрии меня лечили. Ну и сейчас еще сколько там есть. В Венгрии меня вот так трясло, я уже чувствовал, что уже мне конец будет. Оказывается, что зимой малярию заболел. Представьте себе. А наши что, как хирурги были, там не было. И уже этот их не врач сразу меня вылечил, я встал на ноги. Там же в госпитале узнал о победе. Говорит, помнит этот день и сейчас. В этом году впервые 9 мая Иван Мазуренко будет отмечать не в родной Воронежской области. В соцзащите Сочи пообещали устроить для ветерана настоящий праздник. Иван Григорьевич уже встал на учет в Совете ветеранов в Адлерском районе. Заносим список и назначаем выплаты по решению городского собрания, которые вот у нас производятся выплаты. Сейчас выплаты производятся к 75-летию Победы. Сегодня в Адлерском районе Сочи живет 613 ветеранов. Участники и инвалиды войны, узники концлагерей, блокадники и труженики тыла. Вместе с ними Иван Мазуренко 9 мая примет участие во всех торжественных мероприятиях к юбилею Победы. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.